Я не помню, честно тебе скажу. Надо смотреть. Там что-то 860 GeForce или что-то такое, не помню. Ну, короче, не из новых. Да, забей, типа, Сирус это пиздец. Я Насте ноут покупал игровой. За сколько у меня там обошлось? $1800 вроде. Там он собран почти идеально. И то подлагивает на этом Сирусе. Не, ну все равно ноут есть ноут. Да. Типа, блядь, просто если сравнивать тот же цокол ЛК, у меня там сотка FPS, стабильно. Иди там, например. А здесь пиздец полный. Иногда бывает. Тут накручены HD модели и вся эта хуйня. Ну, на офи, да, на офи тоже там типа лучше. Ну отпустите советника, все равно он будет бабки дыхать. Выживает, правильно, да? Ну да, майнингом занимается. Не майнят на нас по-любому. Блять, сколько там демонов нахуй? Почему так бесов дохуя? Это один демон сейчас или два? Блять, одного демона уберите нахуй его, пожалуйста, вот заебало. Все локи демоны, кроме одного. Реально, заебали. Один ФПС демон, два дешка. Живет ФПС, пиздец. Один демон, два дешка. И один АФК. Вот на этой пачке бы. А то мы стартовали, по-моему, с 4 демонов. Не-не, 3 было. Ты талант не учитывай. Ты все равно собираешь все метки, тебе с талантом конфил. Ну 7%. Яда, это же идет магия, правильно? Угу. Там все 17-го, да? РДшник. Не, 17-го хуйня. Нет, я имею в виду, типа, сова минус 3, там таланта у него 6, по-моему.
Ты в процентах мне скажи, вот я, блядь, хуй его знаю, сколько это. А, это учитель, это около 12%, это дохуя, не знаю, почему тебя мажет. Сейчас стоим. Ну, обычно просто переключится, там же разные, наверное, показатели. Не лишняя и магия. Меткость одинаковая. Mm-mm. Только что вот смотрю, дальний бой, ближний бой. Все те же показатели. 7.20. Ближний бой. А, магия. 10.24, но дальний бой. Я дальний бой и магию перепутал. Реслинг, кого тебе проще? Ну это перекап, это не может быть яды вот это, рисовать. Это даже на 1.5% перекап. Рофлыш, если ты у меня сферы заберешь, я тебя, блядь, кастрирую, нахуй. Рофлыш, вот тут справа прям стой и не подходи никогда к Елисету, вон там вон. Ну, это здесь. Просто к Елисету не подходи, ты можешь быть в Т4. К Елисету не подходи. Ребахните мага. Милфхан, танцпол. Прот справа. Одель в центре. Слева разберетесь. Миллион варлоков. Просто каждого атмосферу управлять. Это. Еще и три этих. Это не поднимают. А поднимают все. А вот она фил. Пол. Отдай Келесет. Мип сейчас сорвешь, умрешь. И Беба то же самое.
Вихрь разбежались. Два кольца с острова, нахуй эти кольца теперь. Ладно. Че, блин, тайм десяточка? Угу. Бля, сегодня нормальные шмотки будут падать, не? А что там, бисовый грудак еще выпал? Нет, пять ключа. А там грунак 0,7 берется. С этой хуйни, кстати, и пан. Сегодня два криса упадет, я прям чувствую, нахуй. Я бы, кстати, блять, там алканфел вылить. Блять. Алик бы. Да, Гермастер, так ты в курсе, что это кисхаешь, ну? Насчет крис. Потому что ты комбат. Ну, конфел поменял спек за ебка. Его перерывал. Жал. Ну, помните, крис же, по-моему, 2.2 вроде, да? 1.8, нет? Сейчас посмотрю. Не, не помню, надо глянуть. 1.8 крис. А, ну да, 1.8. Ну, мультику и надо же, нет, 1.8? Ну, 2 криса надо, мультику, да. Это не бис пуха, но мы на комбата кинжал вот этот. А на мучке бис. Что вы там взяли эту хуйню? Я выливаюсь. Чисто бебус диспалил. СРСА нет, я уже объяснил причину, почему. Еще в тот день.
Чуманите меня, пожалуйста. Да, все камни зажали, я смотрю. Демоны, значит, да? Короче, вот макрос. Первый укус ловит Джу. Главное это не заруините. Написано, кто кого кусает. Если вы не понимаете, кого кусать, спросите. Если вы все поняли, вы молодец. Меня кусает... Спейси кусает Джу. Погоди, Джу кусает Спейси, а Спейси кусает Миба. А Джу кусает Спейси, это последний укус. Спасибо. После него бьется Гера, и мы убиваем босса. Вот, хорошо. То есть строчка, первый укус, вторая строчка, второй укус, и там такое. Тебя батя кусает первый раз. Блядь, где это? Батя кусает да. Первый раз Юка... А, Суету, да. Потом Юкату. Это Христа, правильно? Да. Угу. А потом Ретрига, я понял. Да. Ну, если вы все поняли, то на готовность. Сьет, это я, да. Вжу можешь скинуть. Пол даю. Не срывайте, главное. Ой, блядь. А вы меня вообще наплодовали? Это мастер. Два на пулы вжу дали. А, Милфхан, ты не на пулы вжу, твой на пул не дает урон. Твой на пулы вжу только на танков. Откисаем? Он ужас. Я... Дайте диванок вам. Типа, на срез, я... Там вжу не надо напуливать вообще, блядь. Он и так игрок, блядь, набирает, я ебу нахуй. Ладно, все на пол и в танка. Типа я, блядь, даже руник нажал, ебать. 4 лпшки, нахуй. И с меня, сука, все равно сорвали, нахуй. Ну вы что, играете? Никто диван не смог кинуть? Ну, Алканфел, я думал, что только ты закинешь на пол. Потому что ты зеркало поймал. Я. Адель, встань, дай матерец, пожалуйста, чтобы мы, блядь, не ебались. Он откиснет уже. Волк, встань. Ты вроде дальше от босса, да. Вы, Рогик, вот когда укус он словит, можете его триксовать. Ну там, допустим... Алканфел там будешь этому жу кидать трикс. А кто второй кусает там? Второй Рофлыч. Ну вот, а ты этот Дангермастер Рофлыч будешь триксы кинуть. Только вначале в меня киньте. Это хуйня полная. Стань ближе. Каску дайте.
Я вижу. Раф, значит, ты кусать вообще умеешь? Ты запомнил тебе кусать ты? Адель, прием. Дэпл. Жень убьет, что я кусту. Все, попиздил. Да ебаный рот, бля. Тени 5-7. Мип. Укусишь жу. Где они сейчас будут? Бать. А, ебать. А, ладно, отбать. Я не пав перепутал. Батя, тебя не... Жу так же кусаешь, рофлы. Мне батя укусишь. Тени сейчас будут. Под фир. Плейбой. Я даю избаунч? Да, как взлетит. Чел погиб. Валентайм вернули к жизни. Рибаф вара. Я не сейчас буду. Кума. Жу, укусишь мегалула. Мип, укусишь куму. По сути, дальше норм. Я не сейчас буду. Мип. Я только что был последний укус? Нет. Тени, Милхан. Вот следующий укус и последний. Сейчас взлетка бот, Милхан, ты дисполин.
Дай массакру, Рислин. Рофлыч Берникуму. Прибав мага. Гера, пох. Хуя, жесткий даже укус не проебали. Не считаю, кому-то. Проебали. Ну, я не имею в виду, что все укусить смогут. А, ну это да. Теником. Блока нет? А, можно багруху забрать? Ой, блядь. Не, она стоит нормально. Дэймок. Вторая багруха, кстати? Да, за это когда вторая. Только не продается нихуя. На этом стоит на ауке за 71, по-моему. 71к. Пока не продается. На ауке 72000 у нее. Ну да еще багруха на штуку на хилов, по сути. Остальные все шли. На твинов? На твинов? Ну, на твинов раз. Багруха ерк уже лучше 51 шип. Не, Кана, нет, на шипы точно не. Такая же так. Нет, ты ж не в Т10 играть будешь. Ну да, в хотя, блядь, пиздой, Т4 не сильно тратный. Блядь, Т10 обратно идет. Сегодня вообще шмотки не падают, да, я смотрю? Боёшками засыпан гильдию. А что за расценки? Сори. А, две печеньки по 20. Ты что, ты есть хочешь, что ли, Серёжа? Да, чего? Мелкие пить, которые с моей стороны могут. Это ты повелительница льда оказывается. РДД по черепу. Тебе-то она зачем? Ты на шипах ходишь? Где остров делать? Правильно. Там донить можно идти, как его, блядь. Баджики. За голоса. Нет, там за голоса. Два голоса, один, по-моему, бадж вроде. Считая, типа, в день по 6 голосов можно, там, за X4 голосовать, за X5 и за X2. Там, типа, в лоялку за одно голосование дается, а так 6 голосов дается. Ну, знаешь, X3, что взбесило, но почему до сих пор 2 апа на шею, блядь, ёбнутые? Вот. Сука, и плюс монетка там, ну, ежедневная, там накопится.
Там даже не обязательно делать сон. Секвесты. Можно вообще некоторые 4 раза голосовать, да, 2. Я не знаю, как 4-3 можно, да. 4. А третий раз ты через что голосовать? Ну один голос дает 2 валюты, да? У тебя, допустим, вот создаешь 3 аккаунта, ебать, не знаю, в ВК, в Фейсбук там, блядь, через что там еще голосовать можно. Условно. И голосуешь просто с разных аккаунтов. Сначала за X5, потом за X2, потом за X4 и так далее. Вот. Получаешь 6 голосов. В лоялку идет только одно голосование. Но там вот. Смотри, там можно голосовать через сайт, через Facebook, который ну, не работает. Через Facebook у меня не получается через голосовать через него. Через. Ты можешь через 3 аккаунта ВК голосовать. Ну вот нихера, на один аккаунт, вот с 3 разных аков, с 2 разных аков, во всяком случае, на один ак Вова не регистрирует. Ну смотри, как я голосую. Один с Mail.ru, другой с Gmail.ru. И мне нормально. Типа, вот то же самое. А вот 2 ака с ВК не регистрирует на один аккаунт Вова. Хуй знает, я все время через ВК голосую, и он через Mail.ru и Gmail.ru можно еще. Ну вот, вот если через Mail, Gmail... что-то еще через Discord, по-моему, голосуется. А, через Gmail и Discord голосуется. Через Facebook не получается. Хуй знает, я не занимаюсь этой хуйней, мне впадло. Я типа один раз голосую. Когда голосовал, чтобы четвертую профу сделать. Была такая тема. Да, что-то считал, может, нахуй. Добрый день. Завтра. Да, завтра будет Серсия. Че завтра? Маги Груфтеры? Да. Пизду, блядь, буду туда ебать сливать, нахуй, с этого целка ничего не падает. А если Войд завтра будет, то можно... Я буду, я сегодня суток пришел. То можно и второй ВК забомбить с маленьким грудом, если так хотите. Какой-нибудь. Нет, так нет. Да. О, да, я к этому сходил. Я за, вообще не лишний. А что вчера, кстати, вчера плащу? 2 холипала летают. Кто из 4 локов демон? Батя? Мулин Руш, Мейн Демон, остальные по спеку Дестрики. Да? А, доспех на Тхил вруби. И вот через него хилить Холипала. Через кого? Через Батю? Да, звезду поставил. Да. Похуй пулять. Поставь еще на кого-нибудь из нас. Рислин, ты слева. Куча летали. Тринтерет, что проще. Трусы и печенька. Да, вместе летайте. Порталы? Да, вижу. Бах.
На хилов бегут черви. Чё, как-то долго было хулипало хилить, какого стака? Это 24. 31, 24. Ну и ауру коня, не ауру коня стоит. 24 всего. Вот он, 30 секунд, все, один пал проебывается. Я думаю, сейчас вылезут, можно Геру давать из химии. На там 38. Да, можно и химить. Дайте Геру хилить до конца, один на хп, дайте повывать. Ресните бойца. Я даже спину не даю. Кончи. А как там ачивку получить, чтобы полетать? Надо что-то полетал, не дал. Я забыл уже. Надо все порталы закрывать. Имба тапки надо кому? Сейчас опять коготь жестокости Синдрагосу полет. Погнали. Кинешь обмен, да.
Ми. Бать, ноль боевых стрэшеров на пузырей. Десятку ходил, там штук 5 упало, блядь, стрэш. Там лаки. Сейчас боссов подороже. Блядь, Рохлыч, хорошо, что я этот талик не забрал, нахуй. Реально, блядь. Слишком дорого? Да не, нахуй мне нужен, я вафлика буду все равно. А, да. Блять, да... Иди на остров, блять. Хуйня. Тем более, блять, в Т4. Тем более в Т4. Ладно, еще в Т10. Правильно ты даю. Почему ради одного контента? Тут, блядь, они так контент выпускают. Ну, реально. Хуёво очень. Медленно. Дорога обычки, блядь, еще до Москвы раком, блядь, реально. Ну. А шея меняется там. Только в ОКХМ, по-моему, блять, если не ошибаюсь. Вроде да, с этого, блять. С робота вроде бы. Да ну нахуй 270 манус. Ну, ситуативно тоже там. Я помню с фьючем. А что, типа, новые инсты только будут под следующий сезон, да, арены? Ну, они не открывают инсты по окончанию PvP сезона. Ну вот сейчас сколько, 50 дней осталось. Вот откроют, блять, скорее всего, мне кажется. Не знаю, Золоманы и Рейс обычку, но... Да ну нахуй, мне кажется, ЦЛКХМ не откроется. Что-то подсказывает. На Г4 они очень тянут контент. Спинет, плюс спинет, ну. Да, очень тянут. Непобедимые воины короля Лича. Теперь наши силы едины. Восстаньте, братья, и уничтожьте наших врагов. Просто, типа, ну, есть те же 260-е аналоги, вот там, блядь, отличие от статов почти, ну, никакого, если, ну, если прям пиздец впадут. И они там за 10 хп уходят. Не знаю, есть ли смысл. А с груля, да? Мусорно. С груля, там, с гневов, с карой. Это ж никому нахуй не нужно. На X2 проходкой в Золоман было убить профа. Неважно где, если не ошибаюсь. Здесь, мне кажется, коржан будет. Да нахуй надо. Ну да. Типа они в ЦЛК не просили коржан, и в Next Content хотят коржан попросить. Они, блядь, на коржан гер, блядь, проходку делали изначально вообще и ВК-25, нахуй. Это было, блядь, тоже нахуй. Там, блядь, закрывало, блядь, несколько гильдий, блядь, тогда. Этот, ИВК. Пизда ФПС, блядь.
Не, если так прям горит, блядь, ну, могу заеба нахуй просто кинуть. Ну, естественно, не на продажу. Но хуй узнает. Смотрите сами. Если не скажу. Фолги поймы сними, думаю, норм будет. Да я понял, что. Да, лети. Пока мы трэш бьем. Ну, конфил за десятку, она. Ну, что-то в районе 18, ну, что-то такое. Бах, нахуй. Это что такое ебало? Дыхание. Дыхание. Блять, я таунт нажал, жу опять сорвал. И у меня таунт КД был и ебнуло дыханием, короче. Ну, в полете. Да я ебал зажала. Блять, наебал. Нахуй это Ля, какой четкий вурдалак бегает. Че, вурдалак вырезал? Она разбивается, нет? Что-то. Да там, блядь, я Юлю хотел, но Юля быстро встала, блядь. И не успел. Блядь. Давай. Ебать, 400 ДПС отдал в этой хуйне. Гений. Реслин, слышишь? А ты когда... Нахуй туда пошли? А ты когда бил Обамой на профи, там нормальный дамаж проходил? Ёбнутый такой, там по 23, по 33. Да, по 27 тысяч я сейчас бил. Ну, блядь, ебать не Обама, ну, кстати, заебись нахуй. Дайте шкаф с суманитами Галула. Я просто когда залез, помню, на прошлом или на позапрошлом, знаете, когда я хуел, блядь. Там, блядь, 13 КДП я съедал в лобань. Он улетел, дал и перебивать. Дайте шкаф. Вон
там сзади шкаф стоит. Ага. И меня суманите тоже, пожалуйста. Кто-то дождь умеет. За дождьчику макет надо. Если у вас кончились АП фласки, я стою слева. А с противоположной стороны отправа. Если СПД фласка нужна, то это, блядь, или саппорт, то мне, блядь, кидайте. Да, если можно. Тоже я вроде слышал, у вас демон настакивает, да, эту хуйню? Да, демоны убирать это 4 там. Ой, блядь, не то даю, если ничего себе. Там, блядь, по 30 стаков нахуй. Как бесы нахуй. Короче, бесы освобожденку на стаке. Поэтому убирайте нахуй это 4, либо спикайте в дистрик. Валентайн, а не могли бы вы немного подхотать? На. А, бля, метки не расставил. Всем. Всем. Больше фласки никому не на СПД там саппорт. Так, тебе... Блин. Бля, что ты весь рейд молчишь? Раньше... Так, рыба сзади стоит. Ну я более культурно сказал. Иди подай. А, кстати, приучай сразу расценку немножко переделал. За. Да, бомбу. Блядь, я ебал все метки в похуй не пос. Сука. Да. Да похуй. Похуй. За бомбу по 3 сотки минус и все. А хуйня не убивает. Вообще за любую хуйню по 3 сотки. Пускай учится на 7 лет. Думать надо. Я за заморозку рейда касали сразу ебать. Выживет ли Ордру соло в центре? Побежали. Не убегайте вверх по лестнице, вам же дальше самим бежать. Кумал, Конфел, Юкатас, Энархи, Пикси. Кри... Хорошо. Справа падает. Прям в центре. Дангермастер Лофлыч.
центре, там далеко. А вы можете глыбы бить? Почему правая почти фуловая стоит? Бейте ебаные глыбы, а не стойте АФК. Нахуй ты на своей сове бьешь посохом и пишешь в чат, когда ты должен бить. Можешь пока поминусовать. Пока не хочу. Ладно. Все равно пока делать нет. Ладно. Притяжка 8 сек. А кто там третий был? Dungeon Master. Сочинали и папы. Тебе повезло, Ров. Ума, данжен, суета, вырубай, Валентайн. Ну, куда бежишь, Валентайн? Вы пойми. Да, он здесь тем, что одна яма. Слева падает. Я где не вижу. Слева далеко. Прям под крайней глыбой. Справа подметка. Урок, значит, ты заебал летать нахуй. Бля, вы можете глыбы бить? А мне глыбы не вариант бить, я ГП снимаю. Блять, вы серьезно? Ложите. И теперь у меня нахуй вопрос. Это чё? Вы АФК стоите? Однажды мы с тобой сражались плечом к плечу, Крок. Но ты оказался предателем. Иди же! Чего там падаете, блядь? РЛ говорит падать. А-а-а. Я думал тупит. Не, ну если РЛ сказал, то надо падать. Три метки задохнуло, блядь. А, нихуя. Сейчас я скажу на другом языке. Короче, блядь, господа конченые, которые не играют по склепам. У кого сейчас урон, блядь, будет меньше ляма к концу. Это во второй фазе, мама. Короче. Получаете, блядь, от меня премиум, блядь. 3 косаря минуса, блядь. Ну я предлагаю это... Чисто 25-30% урона должно быть в глыбы. Ну, пускай, ладно, пускай так. Что-то такое. РДД, играете по крайним склепам, великий по центральному, который лево-справа ближе. Самые дальние играют РДД, нахуй. А если я 3 склепа схвачу, то что делать? Я учту это, не переживай. Да, там есть прям портал к логову Синдрагос. Пиздец, у нас ДЦ, блядь, это, дорогу проебал, но на карту, блядь, человеку. Сейчас одну минуту подойду.
Да куда он склеп стоит? Эй, блядь, давайте речи нахуй, нажимайте на кнопочки, суки, мне еще Толгород нужно сделать. На роге. РПД 12. Растягивать удовольствие. Какое удовольствие, блядь. Сейчас меня 12 начнет рубить, блядь, я потом на Толгород не пойду. Завтра единственный выходной, блядь. Не, я про это говорю, что зачем растягивать удовольствие. Кайфануть же есть. Так я тебе говорил же, ты что? А, бля, ты тут первый раз точно. Короче, смотри, у меня, скажем так, почему, типа, я изначально хотел, чтобы люди рандомно бежали, чтобы соображали и думали головой. Это, во-первых, не тупо вот ты видишь, смотришь на свою метку, бежишь в определенную. Люди, блядь, немножко думают по макро, короче, немножко начинают соображать. К этому приучиваешь, и потом в дальнейшем проще становится. Вот. Без меток это проходится все. Не, я имею в виду, типа, вот условно стоят метки эти 6 штук, да? Ой, 5. Пуляй. Вот, и человек смотрит, куда вынести, где свободно. Вот. Валентайн, можно хоток немножко? Ага, смотри, блядь, читерит, блядь. Руны всех попит, 100%. Механика играет. Да пизделся. Да мне не сынуло, но. Слева память спрятались. Рофлыч, блядь, слева нахуй. Опять слева, Рофлыч. Рофлыч слева опять. По крайним склепам больше ДПС, а справа, который опять слева. Близко прям, перешли быстрее, спрятались, пацаны. Разбили склеп речь. Притяжка сейчас будет. Суета, прото, Рофлыч, вырубай, Валентайн. Справа далеко. Справа еще дальше. Справа близко.
справа близко, прям в центре падает. Разбивайте. Страшно сражались с плетью. Да благословит вас свет. Кому же под силу очистить это пристанище нечестивости? Благодарю вас. Анархи, Милфхант, Фир, Плейбой, Жу. Справа свободная луна, ебать. Но как бы... Не разбейте склеп, блять. Че у нас по бэрам? Два бэра есть. Валентайн, Рейснер, Сыны Анархии, Рофлыч, Миба. Разбивать? Блять. Реба впала и мага. Трефа. Данжен мастер. В рамбик надо. Жо, дади. Там никого стоит. Почему вы там стоите, блять? Разбейте, которая в рамбик. А, блять, ясно. Суета в рамбик. Отошли дружно. Ну ебаный в рот. Цирк какой-то, блядь. Пиздаю в сторону. Наберете. А, и разбили обе глыбы. Охуеть не встать. Падайте. На средство, вижу, все номер. Да какая разница, где эта печенька стоит? Хоть эти две метки в центре находятся, блядь. Ну, когда давай. Озвучивается ник человека, который выносит метку, блядь, который вам озвучивает, вы должны съебать нахуй с этой меткой. Там всего лишь две метки, блядь. Очередность обычно такая. Первая, блядь, что там? В печеньку, вторая в ромб. Печенька, ромб, нахуй. Нихуя не меняется, все повторяется. До того момента, пока в босса мы полностью не начинаем играть. На РДД ты вообще нахуй не должен там стоять. На РДД ты стоишь почти около лестницы, блядь. Сейчас недопонимание произошло, потому что в одном рейде
мы первую метку выносим в печень в первом рейде, а во втором рейде мы все метки выносим в рейд. А потому что мы успеваем разбивать и нахуй относить их к печеньку. У меня логика такая. Не помешало бы, во всяком случае. Но проблема в том, что надо выносить в ромб, а у нас челы стоят в этом ромбе ебаном. Смотри, я отвечу на этот вопрос. Дело не в том, что склеп успевается заливать это быстрее. Когда метка выносится все время в центр, блять, вы при этом все время скидываете стаки. Соответственно, стаки на вас не накапливаются, и, соответственно, меньше урона заходит от прочей хуйни. Это больше геровская тактика, нахуй. Да, вот именно. Просто как бы в одном рейде делается так, в другом рейде делается по-другому. И никто не уточнил сейчас, как будет делаться. Потому что кто-то с первым рейдом ходит, кто-то со вторым. Гуляй. Касок нету, подожди, присту каску. Все. Сейчас, секунду. Вон Юля вообще пишет, нахуй, погнали на балкон, блять. Нахуй эту лестницу. Первый в ромб. Арислин, Пикси, Кума, Плейбой, Валентайм. Кума еще про... Слева под... По правым склепам нету урона, блядь. Блядь, вы сейчас левую разоб... Вы ебанутые. Правые никто не бьет, левые разбивают. Справа падает, прям там. Разбивай. Волк, Алконфел, я, Плейбой, Валентайм.
Притяжка сейчас будет. А нихуя во взоров. А в смысле плюс ноль? Че это за хуйня? У него ЕП нет. А, суета, прото, фир, джу, спейси. Прям в центре падает. Валентайн, сколько ты бреешь? Я больше 5. Блять, левый склеп бейте нахуй, последняя бомба падает. Какого хуя ноль урона, блять? Склепы быстрее разбили, левый вообще целый нахуй. ДБР 10 секунд. По откату рейс. Вторая фаза. Скорее всего, милики ушли. Разбивать. Королева. Не разбивайте. О, бля, полетели. Ну хоть все выжили. Разбили, в печеньку вынеси. Скорее всего. Рофлыч, сын анархии, Адель сам стань. Блять. Ребафы. Зубы дай по пикси. Ну чё вы его... Ой, блядь. Арислин, прожмись. Чё вы кнопки не жмете? Почему, блядь, Пикси нахуй стоит с пол хп, блядь? Вы его даже не поднимаете. Это метка, алё, нахуй. Это просто метка, хилы нахуй. Сейчас к вам большой вопрос. Сын анархии, блядь, на тебе 7 стаков, блядь, освобожденки нахуй. Ты, блядь, взрываешься нахуй. Объясняю почему. На тебе на второй фазе, кроме освобожденки, вешается другая хуйня. На тебе висит 5 стаков этой хуйни, блядь, которая другая. Плюс 7 стаков освобожденки, блядь. Ты ломаешься, ебало, насколько там, блядь? Сейчас я гляну, блядь. Да там немного на мне было. А кто первый? 7 стаков было, плюс это и 5, нахуй. Тебя ёбнуло, нахуй. Пикси не успел посмотреть. Там где-то 4, по-моему, было, наверное. Меня типа не должно было убить. Блять, вот сейчас тоже нахуй выносит Пикси, блять. Я не посмотрел. У тебя КД было там, блять, бабл или, блять, 50%. Ну, не видел 2 минуты, не обратил внимания. Зубы тоже, блять, хуй Юля дала нахуй. Не знаю, были в КД или нет. Шаман лег. Кроме, блять, я долбоеб. А на себе сейчас сниму сам. Два человека на освобожденке, ёбнул. Одного.
двоих. Мип и Волхно. Короче, блядь, кроме этого, ну, что это за хуйня вообще сейчас была? Типа, Пикси в... Ладно, сын Анархи умер. Живы еще, блядь, 4 хила. Пикси пошел склеп приносить. Да, хуйня, шаман, 3 хила. Шаман умер, и мы из-за этого так не скинули. Ну, типа, есть рейтинг скинули из-за этого. Дебаф, и он дальше копился, и там... Не, просто смотри, к чему я клоню. Вот Пикси пошел склеп приносить, да? Он, блядь, до того, как его заморозит, у него было, блядь, 50% хп. Ну, сокру надо было давать, он бы там никак не выживал. Ну, то я в курсе, блядь, ну, зубы я попросил, зубы не было, блядь. А кто первый, блядь, выносил склеп, когда у нас все по пизде пошло? Скорее всего. Там склеп на фул ебало. А, устал же после этого. У нас 4 СС есть еще, может дать кому-то? Фир по Рофличу, Спейси по Валентайму, Мегалул по Сыну Анархии, Батя ФК. Прям сейчас или может подождем? Ну как пол буду давать? Ну, бать, если откадешься во время пула, закинь на Пикси. Не закинешь, хуй с ним. Закинешь, сойдет. Блей. Блять, компас не один. Когда в соло будешь танчить? Т5, я думаю, да, можно. Слабый. Ну, блять, ладно, если у вас ДПС будет больше, нахуй, то я могу в соло так, конечно. Я стаков 10 переживу. Сейчас посчитаю, сколько дыханий. Раз, два, три, четыре, пять. 6 дыханий еще могу прожить. Даже 7. Зубами ось. Притяжка сейчас. Рафлыч, Пикси, Жу, Мегалол, Суета. Справа под. Четыре человека, нахуй. Рофлыч есть, бэр? Валентайма у тебя? Блять, сейчас глыбу разобьете! Алканфейл! Ебаный в рот! Сырк.
Мибу еще с ними, Бати с ними, Милханту и кто-то там еще был, блядь. Арестин, спасибо.